Всем привет-привет, дорогие мои друзья! Добро пожаловать к нам на канал! Рада вас приветствовать! Сегодня у нас видео мотивация, мотивация на уборку. Убираться будем в квартире во всей. Буду начинать одна, по ходу дела детки будут подключаться, как освободятся, и будут мне помогать. В итоге мы закончим уже уборку все вместе. Ну, всем желаю приятного-приятного просмотра. Усаживайтесь поудобней, мы начинаем. Поехали! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Ну, как видите, уже подключился Владюша на мою уборку, тоже будет помогать мне. Дима пока у нас в музыкальной школе, поэтому мы пока убираемся с Владюшей. Он говорит: мам, ты команду по радам, а я буду, что тебе надо, все буду делать. Вот сказала ему диван стряхнуть весь, и покрывало он отнес с дивана в стирку. Сейчас он будет мне пылесосить палас в зале. Как всегда, моим пылесосиком-пенсионером. Никак я все не раскошелю себе купить новый. А я все продолжаю разгребать стол. Почему-то он у меня вообще заваленный оказался. Прям устал уже, там уже не знаю, что куда ложить. Что куда переставлять, перекладывать с места на место, в общем-то. Вот начинаем, продолжаем, точнее, нашу уборочку. Со столом я разобралась, перехожу на тумбочку из-под телевизора. Смотрите, вот показала в камеру новогодний шарик, игрушка. Она, оказывается, закатилась под тумбочку, под телевизор, когда мы разбирали елку. Сразу никто не увидел, уже попозже только ее нашли. Когда уже все игрушки упаковали, коробку всю заклеили и унесли все в подвал. Так что эта игрушка у нас останется дома до следующего года. Ну, то есть ради нее открывать коробку, конечно же, я не буду. Тут Владюша уже собирает палас. Говорю ему: подними его, под паласом надо помыть. В его понятии поднять палас — это он полностью его собрал и выпинул просто в комнату. Ну ладно, раз собрал, еще проще будет, легче мыть полы. Разбираем диван. Тоже под диваном, как всегда, вот, хотя не так давно, в принципе, уборку проводили, отодвигали диван. Но почему-то там постоянно что-то копится. Вот я не знаю, игрушки, ручки, шарики, фантики. Ну, то есть все, что надо и не надо, все копится под диваном. Вот. Хотели мы с Владюшей сделать перестановку в зале. Крутили, вертели. Вот такой у меня зал. Вот, ну никак не сделаешь перестановку. Ребята, кто меня смотрит, зрители мои, подскажите, пожалуйста, может, вы как-нибудь придумаете, подскажете мне, как лучше сделать перестановку. Просто уже это однообразие надоело. Хочется чего-то нового. Но так как у меня в зале 3 двери и 1 окно, вот сильно-то не разгонишься. Поэтому все стоит, вот как стоит. Я по-другому, ну не знаю. Если бы диван у нас не раскладывался, если бы мы на нем не спали, можно было бы с собранным диваном еще что-то подумать, перестановку сделать в зале. Но так как мы спим на диване в зале, ну вот некуда его разложенным поставить. Вот вообще ни под какую стену даже я не могу придумать. Покрутились, повертелись и в итоге все поставили как было. Так что вот сейчас я под диваном домываю полы. Владюша мне диван обратно соберет и застелит. Ну и все, все так же и осталось. Крутила, вертела, ничего у меня не получилось. Пока тут Владюша собирает диван, дурачится, смеется, я там пошла загружать стирку, покрывала от дивана, решила постирать.
Наконец-то стол становится на свое место в этот уголок под кондиционер. Здесь у нас стол всегда стоит. Просто когда стояла на Новый год елка, стол пришлось перебазировать к дивану ближе. Наконец-таки елку убрали, и стол становится на свое место. Тумбочка у дивана. Ну, вот это, наверное, максимальная перестановка, которую только можно было бы сделать в моем зале. Ну, по-другому, вот, друзья, вот подскажите, может быть, вы что-то придумаете поинтереснее. Я вот, ну, ничего не могу придумать такого интересного, как можно еще перестановку сделать в моем, ну, таком вот зале. Завершаем уже. Близимся, точнее, к завершению уборки в зале. Остается мне тут небольшие штрихи, дотереть полы и постелить палас. Как всегда, отодвигаю телевизионную тумбочку. Далеко отодвинуть нет возможности. Просто, ну, точнее, есть возможность, просто мне не хочется отключать все эти провода, штекеры. Поэтому отодвигаю, сколько позволяет антенна, штекер. Вот, как видите, он натянут. Не хочется мне это все там выключать, переключать. Поэтому я вот для себя пространство освободила, чтобы там помыть полы и протереть тумбочку сзаду, где можно, где невозможно достать спереду. Вот так, вот таким вот образом все протерла, помыла, и сейчас тумбочка у меня поедет на свое место. Эта тумбочка у нас постоянно. Вот. Уже Владюша говорит: мам, давай телевизор как-нибудь на стену придумаем. Я говорю: а вот куда? Вот тут мы с ним рассуждаем, как его подвесить. Он говорит: ну давай тумбочку тогда поставим напротив окна. Ну, то есть вот никак вот у меня вот такой зал. Я говорю: блин, бестолковый, вот реально. Тут уже Дима пришел с музыкальной школы. Сейчас будет тоже отдохнет малость и тоже возьмется за уборку. У Димы, у нашего, тоже есть своя территория. Это помыть кладовочку, где стоит у меня стиральная машинка. Ну, там буквально полметра полы помыть. И прихожка. Это Димина у нас территория. Пока я здесь в зале вожусь, полы домываю, Владюша занялся уборкой в своей комнате. Сказал: мама, меня не снимай, я не буду тогда убираться. Ну, отказался, чтобы я его снимала ему. Почему-то как-то стыдно, что ли, что он сам там убирается, не знаю. Ну, в общем-то, отказался, чтобы я его снимала. Тут уже я их позвала, привлекла, чтобы они мне постелили палас. Они тут еще на нем покатались. Ага, тихо, пока мама не видит. Вот мама только видит, когда села монтировать, тогда только и увидела, чем они тут вообще, оказывается, занимались. Пока я там на кухне что-то делала, они тут вот и покатались, и побегали, и попрыгали на этом паласе. А что, по линолеуму-то скользит прекрасно палас.